Меня зовут Игорь Шайфот. Около 3 лет примерно занимаюсь инвестициями вместе с компанией TMT Investments. Много лет преподавал в Нью-Йоркском университете, несколько лет преподаю в Беркли и пару лет в университете Сан-Франциско. Виральный маркетинг, презентации, бизнес-процессы, бизнес-девелопмент, поднятие денег. Вот вещи, касающиеся стартапов. Что очень важно в презентации? Во-первых, в презентации, так же, как и в танке, очень важно, грубо говоря, не испугаться. А второе правило презентации заключается в том, что между вами и аудиторией должен быть контакт. Нельзя прийти, оттараторить презентацию, не обращая внимания на то, что происходит с аудиторией, и не имея контакта с аудиторией. На аудиторию нужно реагировать, и аудиторию нужно контролировать. Третье, то, что очень важно для правильной презентации. Как правило, яркие, интересные, развлекающие даже в каком-то смысле презентации выигрывают по сравнению со скучными, монотонными, неинтересными и так далее. Четвертый, наверное, по счету очень важный момент связан с тем, что Гай Кавасаки описал в своем буквально одностраничном манифесте правильной презентации. Это правило о том, что презентация должна состоять не более чем из 10 слайдов. В слайде должно быть не больше 20 слов в каждом. Фонд, размер фонта должен быть не меньше, чем 30. Это очень важные моменты в презентации. Во время того, как вы делаете эту презентацию, во-первых, зачастую нужно балансировать между тем, чтобы донести свою мысль до тех, кто слушает, и тем, чтобы в то же время ответить на какие-то вопросы людей, которые вас слушают. Так что решайте, принимайте быстрые решения во время презентации. Следующий очень важный момент в презентации заключается в ее темпе. Она не может быть медленной. Она должна быть быстрая, эффективная, достаточно активная, но в то же время не пугающая людей какой-то скоростью сумасшедшего кролика. Очень важный момент в презентации заключается в том, чтобы знать, сколько времени у вас на презентацию. Если вы пришли на какую-то презентацию, вам говорят, что у вас 5 минут, у вас 5 минут. У вас не 10 минут, не 7 минут, у вас именно 5 минут. Поэтому стоит себя много раз потренировать, чтобы за 5 минут не выходить. И очень-очень важный момент – follow-up. Вы должны продумать ваш follow-up. Follow-up должен быть кратким, не скучным. Нужно писать, кто вы и что вы делаете. Одним параграфом, наверное, суммировать то, что вы из себя представляете, что вы за компания. Дать ссылку на ваш источник, дать ссылку на демо. Вот, наверное, основные правила, про которые, конечно, нужно говорить много часов.